Жми лайк, если ждешь Los Angeles Crimes на Android, и интересно узнать, сколько нас будет. Здарова, ребят, с вами Илья, это наша Игродень, и сегодня я хочу рассказать вам о игрушке Los Angeles Crimes, о том, что сейчас происходит, и также поделиться с вами ссылочками сразу на все бетки этой игры. Короче, будет круто, поехали! Ребят, игрушкой Los Angeles Crimes уже занимаются очень-очень давно, и за это время скопилось реально очень много беток. Разработчики вот поделились всеми ссылочками в официальной группе во ВКонтакте, и в конце ролика я скажу, как их можно забрать. Вообще сейчас, как и всегда, идет полная работа над новыми обновлениями, и очень скоро в игрушке будет очень много крутого и интересного. Сейчас вовсю работают над режимом гонок, и я так понял, что сейчас именно активно над этим работают, и будет что-то интересное в этом плане. Я посмотрел много скриншотов, все очень красиво и интересно выглядит, и как я понимаю, тут мы будем гоняться с другими игроками по онлайну. Тут мы можем выбрать любую тачку, их тоже будет, как я понимаю, несколько, скоро добавят новые автомобили, и далее выяснить, кто же из нас круче здесь гоняет. Пока непонятно, как будет активироваться этот режим, то ли это будет отдельный режим в главном меню, то ли на карте, допустим, в том же городе. Если вы знаете, можете об этом написать в комментариях, мне тоже интересно узнать, как это будет реализовано. Также в игрушке, как вы понимаете, будет проработан редактор именно уровней, и он был еще в предыдущем обновлении, и вот здесь будет именно редактор гонок, и вы сами сможете все настроить по своему вкусу. Еще из самого интересного, тут добавили пак звуков и чекпоинты для самих гонок, и это тоже очень здорово. Вообще пока неизвестно, когда будет новое обновление, они вообще, как я понимаю, 2 недели назад говорили, что через 15 дней будет, так что, кто его знает, может быть на днях мы уже наконец-то обнову получим. Как только игрушка появится, я, конечно, же вам сообщу, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, что думаете вообще по игрушке Los Angeles Crimes, ведь мне всегда интересно узнать ваше мнение. Ну а так будем заканчивать на сегодня, и скоро вновь обязательно увидимся. Пока!